Кузнец, вальцовщик, сварщик и лаборант химанализа. Это еще не все профессии, которыми владеют в семье Федотовых. Ее общий трудовой стаж 265 лет. В преддверии Дня металлурга мы рассказываем о династиях, которые внесли свой вклад в трубную промышленность Урала. Это наш дедушка Коля. С него начиналась наша трудовая династия. Николай Федотов проработал в металлургии более 30 лет, был грузчиком и подкрановым. Сегодня среди тех, кто продолжает династию на Первоуральском новотрубном заводе ТМК, его внук Сергей Федотов. Он трудится электросварщиком, а сейчас получает дополнительные компетенции, обучается на кузнеца. Моя работа заключается в том, чтобы забить непосредственно конец у трубы, потом с помощью волочильного станка я его протягиваю. Вот, то есть происходит холодное волочение труб. Я и жена вместе работаем в одном цехе, то есть сейчас у нас сын подрастает, тоже собирается идти. Ну, это как бы вся наша жизнь. Федотовы участвуют в заводском конкурсе династий. Общий трудовой стаж семьи на предприятии 265 лет. Говорят, металлург – это не просто профессия, а состояние души. Работа, да, нравится, то есть тут постоянно совершенствуешься, не стоишь на одном месте. Какие-то новые программы, сортаменты труб, новые стандарты. То есть постоянно приходится совершенствовать себя в данном деле. Заводской конкурс династии проходит накануне Дня металлурга. В преддверии праздника традиционная фотосессия в семейном кругу. Ее участники с гордостью говорят, любовь к профессии у них в крови. Ну и отец работал. У нас 4 сына, у него 4 дочери, как, ну, 4 брата, 4 сестры. 3 вальцовщики. Один брат был в цехе связи. В большой дружной семье, где 3 поколения металлургов, уже подрастает 4-е. Артем тоже хочет поступить в колледж и освоить профессию, связанную с трубной промышленностью. На завод, чтобы пойти работать. Вся семья работает, вот тоже охота. Я считаю, это очень познавательно, так как ты многому чему научишься. И это престиж. Мои бабушка и дедушка часто рассказывают мне, как они работали на новотрубном заводе. Я очень горжусь своей династией. Представители династии вместе не только трудятся, но и отдыхают. Общие темы для разговора искать не приходится. С удовольствием обсуждают и работу, которая стала делом всей жизни. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Денис Крамцов и Андрей Волков. Новости. Первоуральск.